«Святое дело – Родине служить». Под таким девизом завершился месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы. Сегодня демонстрировали свою строевую подготовку победители районных смотров конкурсов. Это команды школы, гимназии 5, 6, 15, 18, 27, 29, 75, 87, 95 лицея и колледжа СГУ. По оценке профессионального жюри, лучшими в городском финале в младшей возрастной группе 5 и 8 классы стала команда 27 школы. Молодец, командир. Хорошо подготовил команду. Нас подготавливал наш учитель. Мы каждый день тренировались на площадке. Нас освобождали с уроков, мы постоянно тренировались. Я думаю, что они ожидали, потому что мы очень много тренировались. Мы выиграли на районе первое место и вот сейчас в городе. Конечно, довольны. А в старшей возрастной группе в финале городского смотра конкурса «Струю песни» победили учащиеся 15-й гимназии. Сегодня на театральной площади их строевой подготовки не было равных. Но все они в один голос говорят, это победа нашего преподавателя Ильи Петровича Иванова. Мне кажется, все заслуги только ему, потому что именно он довел нас до такого порядка и такой слаженной работы. Уже в Зимнем театре заместитель главы города Ирина Романец поблагодарила всех ветеранов, преподавателей, школьников за бережное отношение к истории и традициям своей страны. И на всем протяжении глубинной истории нашего Отечества всегда находятся достойные сыны и дочери нашей земли, которые защищают рубежи нашей Родины. Это в том числе и сидящие в нашем зале ветераны и участники боевых действий. Давайте поприветствуем их аплодисментами. В числе награжденных за военно-патриотическую работу вот уже второй год подряд наша телекомпания ФКТ. Мы получили диплом за лучшее освещение мероприятий. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.